Ай, вы опять убиты, Баумгартен. Так не пойдет. Вы все-таки редкостный тупица и бездарь. С таким количеством знаний, которые преподал вам за последнее время, любой бездомный бродяга мог бы победить целое войско Ганнибала. Ганнибала, слава богу, уже отправили на тот свет и без моего участия. Вы злитесь? А я вас предупреждал, что любой умный соперник обязательно этим воспользуется. Объясните мне, что мешает вам отхлестать этих людишек? Их численное преимущество. Вы меня насмешили своей тупостью, Баумгартен. Запомните. Их численное преимущество является их недостатком, а не достоинством. Это их тупик и смерть. Понятно? Нет. Болван! Ангард! Сильвупле! Слушай! Опять туше! Стоп! Вы один. Вы свободны. У вас только две руки и две ноги, которые движутся четко и слаженно, подчиняясь полностью вашему разуму. А их трое, пятеро, семеро, сколько угодно. Запомните, во-первых, по закону человеческой глупости, они никогда не смогут быть единым целым. Во-вторых, по закону человеческой лени, каждому из них хочется, чтобы его работу выполнил другой. И в-третьих, по закону человеческого страха, никому из них не захочется наскочить на ваш клинок. Зная эти три закона, вы легко сможете превратить их численное преимущество в их качественный недостаток. Ангард! Сильвупле! Душа! Душа! На, получи! Получи! Баумгартен! Ваш приз! Вы заслужили! Все свободны. Thank you.